В ангаре классы базовой подготовки по получению лицензии на техническое обслуживание гражданских самолетов компании Xinyan Aviation Technology в Урумчи, Синьцзян. Студенты под руководством преподавателя проводят практическое обучение по разборке, ремонту и сборке частей авиадвигателя. Как сообщается, данная компания является первой и единственной в своем роде в Синьцзяне учебной организацией, предоставляющей обучение по основам обслуживания гражданской авиации и обладающей лицензией, что заполняет пробел в области обучения по обслуживанию гражданской авиации в регионе. По мере того, как цепочка экономической зоны вблизи воздушного пространства в зоне высоких технологий Урумчи становится все более совершенной, это учебное заведение становится все более загруженным. Здесь обучаются студенты, а также сотрудники авиакомпаний. После прохождения обучения и участия в национальных экзаменах они получают лицензию по основам обслуживания гражданской авиации, что дает им право на профессиональную деятельность в области технического обслуживания воздушных судов.